Накопал у соседей ремонтантные хорошие малины. Такие корни. Верха буду укорачивать, конечно, где-то вот так вот от корня. А верх тоже на черенке пущу. Ну, какую-то часть я уже сделал. Это мусор, просто как мульча пойдет. Вот черенки такие вот. Это побольше, поменьше. Этот даже можно на два еще поделить. Это вот сами уже обрезанные корешки такие. Вот это поменьше. Будем высаживать. Наверное, по периметру участка посажу в разных местах. Малина хорошая. Даже вот где-то неделю назад я вот с такой же малины собирал небольшой урожай. Нахожусь я в конце сада, на границе с соседом. Буду на границе сажать. Там и с его стороны малина растет, по-моему, такая же. Я выкапывал ее не у этого соседа, а у другого. Сделали с ним что-то вроде бартера. Я ему несколько десятков черных орехов, он мне малину. Ямку выкопал, сейчас ее посадим. У малины такая поверхностная корневая система, поэтому ее глубоко сажать смысла нет. Малина любит солнце и влагу. И тем она должна быть обеспечена здесь. В общем-то, вот я в длину их все высадил. Пожалуйста, картоном закрыл. Перед этим, конечно же, полил. Вот все они. Те кусты, которые побольше, в них несколько веточек торчит. Другие по одной. Я просто сделал отверстие и вдел. В таком случае даже камнями крепить не обязательно. Она ветер ее картонку особо не сносит. Практически во всю длину получилось. Сколько перезимует весной, тоже сниму, покажу.